отдыха, пляж. Третий день лежит, собака умирает. Все отдыхают рядом. Все хорошо. Пьет, вроде пытается покормить, это водичка маленькая, попади у него. Вроде головой так, знаете, это ж... Зеленые мухи уже на ней. О, она теперь еще даже. Все отдыхают. Она обезвожена жутко. Вот 3 дня. А ребенок 3 суток лежит, умирает. Сволочи, люди. Просто не бойся. Не нужен ей этот. Лида, я не хочу рисковать. Она полумертвая уже. Дело не в этом. Сейчас положим. Она обезвожена полностью. Я знаю, да. Из баночки. Вроде как глотать пытается что-то. У нее даже шерсть прилипла к коже. Абсолютно вообще не поднимается даже шерсть. И клещи прям сыпятся. Клещи вообще он. Да, клещи он вообще кошмар. Записки. Ну ладно, все. Да, иди сюда. Поможете? Угу. Вот здесь возьмете? Там вот чековый. Нет, нет. Рано легкая. Угу. Там палочка. Видите? Девочку забрали, она истощена. И, скорее всего, у нее последняя стадия пироплазмоза. Из петли у нее идет кровь. А на спине тоже. И клещей на них, знаете, ладошки просто проводишь ее, чтобы погладить, а клещи сыпятся с ладошки. Вот до такой степени у нее клещи. Все, мы едем сейчас. Везем в приют на капельницу сразу. Пиростоп сделаем сами. Сейчас тошноты против робота. Угу. У нас фосфоргиля случайно нет здесь? Был. Спасительный один. Я вчера привозила. Так. Венга. Витамины, где у нас? Дайте пиростоп сразу. Пиростоп. Ну что, друзья, продолжаем капаться. Продолжаем. Все будет хорошо. Брили нормальные. Капаемся очень медленно, друзья. Очень медленно. Чтобы оно усваивалось. И плюс потихонечку каждый час отпаиваем по 50 грамм ей жидкости в ротик вливаем. Все будет хорошо. Я очень надеюсь. Если ребенок эту ночь переживет, друзья, давайте верить в хорошее. То все у нас будет хорошо. Обязательно. Джоанна. Мы назвали девочку Джоанна. Когда ее привезли в приют, все были в шоке при осмотре. Вся паховая область была в ранах. У девочки заканчивалась течка. И ни одна зеленая муха, видимо, не пролетела мимо. Ее заживо пожирали опарыши. Зрелище не для слабонервных. Ну что, друзья, Джоанна, мы ее только что покормили. Тему разбавили бульоном куриным. И вот он у нас. И он целый день у нас стоит, каждый день свежий. И до вечера потихонечку ей пытаемся. Но она выпивает где-то литр вот этого бульончика. Каждые 2 часа. Где-то по 100, по 150 грамм потихонечку вливаем в ротик. Ну, дай бог. Так, пеленочкой накрыли, чтобы ее не беспокоили мухи. Все равно у нас мухи залетают, ребята. Как бы мы ни старались, мухи залетают. Вот, поэтому ребенок укрыт полностью.
К тому же она у нас голенькая, истощенная, ей не жарко. Ну что, мои хорошие, вот такой боец у нас собака эта, девочка чудесная просто. Она не старая, ребята, она только-только начинает сидеть. Так что, я думаю, возраст у нее где-то около 5 лет. Ты моя хорошая. Ты моя золотая. Ты блинчика немножко. Еще на один шприц. Сейчас я наберу. Шли день за днем. Круглосуточное лечение и капельницы дали свои результаты. Желудок нормализовался. Она виляет хвостиком. Есть глубокая болевая чувствительность. И, наконец, Джоанна подняла голову и стала самостоятельно кушать. Аппетит очень хороший. Привет. Тихо. Ты тут сидит уже, пытается встать. Задние лапки пока еще не слушаются, да, мой хороший? Скажи, не слушаются пока мои задние лапки? Эй, 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 нос. Да, мой хороший? Скажи, лежу, лежу. Вот так, да, вот так. Скажи, хочу встать, хочу. Хочу встать. Ее воля к жизни поражает. Джоанна настоящий боец. И все-таки нас беспокоит, что Джоанна не становится на лапки. В любом случае ей понадобится обследование и ваша помощь. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом.